Совсем скоро на площадке университетской клиники КФУ состоится открытие нового приволжского регистра костного мозга. Подготовка к данному событию идет полным ходом. В связи с этим по зданию клиники состоялся обход ректора Казанского федерального университета. Стоит отметить, что данный проект является совместной работой КФУ, Российского благотворительного фонда «Русфонд» и Министерства здравоохранения. Открытие регистра запланировано на первые дни октября. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.